Всем привет, вы на канале Home Kingdom. И сегодня у меня вот такой вот замечательный жилец, который поселится в нашем доме. Недавно я собирал ягоды. Вот, и вот нашел вот такого вот богомола. Этот богомол еще очень маленький. Я не знаю, как даже его вообще нашли. Потому что такого богомола очень сложно найти. Вот. И я даже не знал, что в наших краях обитают богомолы. Это богомол обыкновенный. Сейчас у меня есть вот такой вот аквариум, который раньше был из-под рыбок. Сейчас я оборудую его, постелил вот сюда вот сеточку такую, чтобы он смог забираться. Вот. Насыпал туда песок, который у нас был из-под рыбок. Немного его увлажнил, потому что богомолу нужно, чтобы было увлажнено, чтобы у него не было очень все сухое. Вот. Также у меня есть вот такие вот коряги. Тоже все остаток от рыбок. Я их поставлю, чтобы богомол мог лазить. Вот одна коряга. А вот вторая коряга. Ну, я думаю, достаточно. Потом я могу ему положить туда кокосовых стружек для рептилий. Ну и растения засадить. А, кстати, нужно еще вот соорудить вот такую вот защитную сетку для нашего террариума. Вот. Она вот крепится вот сюда, так, чтобы он не мог выбраться. Вот. И также я соорудил вот такую вот самодельную лампу. Сейчас мы запустим туда богомола. Вот он, наш богомол. Богомол питается мошками, мухами. Так как он маленький сейчас, он будет употреблять мало пищи, но когда он подрастет, он будет уже съедать пищу с размером даже с мух или с паука. Ребят, напишите в комментариях, как можно назвать этого богомола. Поработайте свои имена. Но в последующих видео мы будем больше рассказывать о богомоле, чем он питается, как он живет, ну и вообще питание богомола. Всем, кому понравилось видео, ставим лайк, подписываемся на наш канал. Ребята, а для тех, кто хочет такого богомола или другую породу, вы можете пойти по ссылочке, которую я укажу в описании. Там мой друг в группе выращивает сам и продает этих богомолов. Всем пока-пока!